В Мозыре молодой человек преследовал пятиклассницу. Камеры видеонаблюдения установили, как парень следовал за школьницей в районе ресторана «Терем». Затем он зашел с ней в подъезд дома. В лифте начал вести себя неадекватно, чем напугал ребенка. К счастью, двери лифта не успели закрыться, и девочка вовремя из него выскочила. После того, как она рассказала о случившемся родителям, те обратились в милицию. Благодаря материалам с камер наблюдения молодого человека нашли в кратчайшие сроки. Проводится проверка.